Документы для назначения и продления мер социальной поддержки крымчане могут начать подавать с 1 октября, сообщили в профильном ведомстве. По информации Министерства труда и социальной защиты Крыма, меры соцподдержки, которые действовали в республике в марте, были продлены до 1 октября 2020 года в связи с действием ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции. К мерам соцподдержки относятся социальные пособия, пособия на ребенка, ежемесячная денежная выплата для приобретения хлеба, а также по уходу за инвалидом первой и второй группы вследствие психологического заболевания, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для продления социальных выплат или их назначения крымчанам необходимо обращаться в органы труда и социальной защиты с документами. Документы также можно отправить в электронном виде либо на почтовый адрес. При этом предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, достигшим в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года возраста 1 года или 2 лет, продлено на период достижения ребенком возраста 2 и 3 лет соответственно.